сегодня нас везет Эрик. Один из уроков выживания у Эрика – это научиться вести машину. Едем в кемпинг. В этом кемпинге один из прекрасных видов – это Нагорно. Ждет нас над нашим кемпингом. Всем доброе утро. Маленький, смотри в окошко, мимо в окошко. Это, наверное, будет ужин сегодня. Наша вечерняя жизнь. Дома. В горы идете? Да. А что вы будете? Доктор. Товарищ доктор, а что вы делаете? Я сегодня буду учить. Мы сегодня будем делать видео, так мои братики будут на верхние. Один заболел, и они интересные. Что вам надо? Что вам надо? Окей, давайте, я сейчас иду. Сейчас посмотрю все. Давай, руку и пошли на мою паспорт.